Привет, друзья! Мы в Каменномосском, Республика Адыгея. Сейчас собираемся посетить место, называется Хаджокская теснина. План-схема. Вот вход, ребята. 500 рублей стоит взрослый билет. 200 рублей стоит от 7 до 13 лет, до 6 лет бесплатно. Путеводитель. Небольшой курятник, в котором живет кролик. Начнем отсюда. Да, приличная высота. Слева и справа вот такой вот каньон, внизу горная река. Сейчас пойдем вот туда, по той тропинке. Волки Лана и Герда. Пара волчат. Уши покусаны, конечно, у всех. Пойдем дальше. А, тут птички живут. Вот они. Для них сделана заводь. Написано «Бурый медведь Афанасий». Мы обошли немножко. Здесь еще одна медведица живет. Вон она в своем озерце. Довольно крутой спуск по камням, они скользкие. Обязательно кроссовки с собой берите. Это продолжение реки. Завораживающе красиво, ребят. Как минимум один раз здесь стоит побывать. Идем дальше. Здесь поднимаемся. Скользкие камни вот эти очень. По прогнозам погоды, здесь все время сейчас говорится, что должны идти дожди, так что особо не верьте. Неправильно показывает. К тому же дождь может пойти всего лишь там пару минут. Это вот пакеты висят черные, это для мусора. А вот здесь вот такие огромные улитки встречаются, посмотрите. Их довольно много. Сюда можно мусор складывать, это урны. Смотровая площадка. Сейчас мы на нее поднимемся. Очень здорово шумит река внизу. Как-то вот туда же вниз спускаются, вот там тоже ступеньки. Спускаемся вниз. И грязь такая. Я перешагну. То есть с самого верха, вот оттуда, по тропинке можно спуститься сюда.
И здесь сразу вот буквально перепад высот небольшой, и ощущается такая прохлада в ущельях. Много ящериц встречается на камнях, греются на солнышке. Как бы после входа парк разделен на две территории, левую и правую. Мы сейчас находимся в левой части. Такая лесенка крутая. Вот там наверху мы были на смотровой площадке. Это мы спустились сюда, как бы поближе к воде. Здесь есть вот такие ведерки. Можно потянуть за веревочку и освежиться. Но сейчас почему-то это выключено. В жаркий день можно обливаться водой, а мы идем смотреть, что находится там. Есть развлечения для детей, сувениры, пир. Ребят, мы вернулись к путеводителю и теперь пойдем вот туда, в правую сторону. Также посмотрим смотровая площадка, фонтан, сухое русло, еще смотровые площадки. Постараемся все это посмотреть, детей без присмотра не оставлять. Скамеечка, чтобы отдохнуть. Тут довольно трудно проходимый участок у нас начался. А вот отсюда можно было зайти с той стороны. Сейчас я спущусь здесь чуть-чуть. Можно вообще съехать запросто. Так, идем сюда. Смотри, что... Все очень опасно написано. Вот так лестница. Потолка.
фонтан, где мы начинали съемку, в правую сторону, где мы пробирались по труднодоступным местам. Если пойти вот по этой дороге, то гораздо легче спуск. Еще хотел сказать вам, что на кассе не принимают карты банковские, только наличные. Так что учтите этот момент. Спасибо, что прогулялись со мной по Хаджохской теснине. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания.